была съемка для онлайн-журнала Admire, для сайта. То есть там был сверстанный электронный журнал, и еще параллельно выходили статьи на сайте. Угу. Вот это как раз была статья о мужском макияже, интервью с визажистом Андреем Волосом. Обычно мы подписываем с моделями релиз и с фотографом подписываем бумаги о том, что фотограф разрешает публикацию. С ним такого не было, и, соответственно, без релиза нельзя даже на стоке выложить для продажи фотографии. Наташа на всякий случай это проверила. Ни в бесплатных фотобанках, ни на платных стоках фотографий этих не было, кроме вот нашего сайта и Инстаграма. Потом вот как раз Алексей прислал фотографию, скриншот спросил, узнаем ли мы что-то об этом. Не знали. Вот, как бы связались сразу с юристом, проконсультировались, что делать. Отправили письмо в Москву 24, сейчас вот ждем ответа. Поиск по картинкам, прогнали фотографию, обнаружилось, что еще на 5 сайтах ее опубликовали. Им тоже мы разослали сегодня с утра письма.